Спасибо за помощь. Добро пожаловать на Snoring Cat Play, и сегодня у нас вновь Far Cry. И нам нужно найти самолет Ника. Отлично. Он очень забавно провалился в текстуры. Масло из блажи. Чё у меня там по комплектующей моей команды? Готовность через 7 минут. Почему? Почему ты будешь готова только через 7 минут? Ну окей. Мы в прошлой серии вот эту комнату... Не комнату в смысле, а... Раньше это освободили. Опа, записка. Записка сектанта. Я советовал Анну изъять пару вертолетов, чтобы построить слово «да». Но он сказал, что мы будем строить знак сами, чтобы искупить наши грехи. Клянусь, я чувствовал, как вина за былые поступки выходит из меня вместе с потом, когда мы таскали в гору сталь, фанеру и краски. Мы проделали прекрасную работу, теперь каждый раз, когда я вижу этот знак, мое сердце поет «да, боже, воистину да». Замечательно. Так, что это было? Так, что за дикий фриз? Так, посмотрим, что здесь еще есть. Граната. Что ты фризеришь-то внутри, чувак? Я ж тебя проверял. Так, что это за значок? Не помню, что он значит. Ох, кто-то потерял тапки ковбойские. Спасибо, что освободила Пол Сент. Да на здоровье. Так, это мне не нужно. Длань господня, почти как настоящий. Ой. Аудиозапись. Ты искупил грехи, ты исповедался. Ты многое сделал для меня и для Роттердама, но этого мало. Понимаешь? Забудь о прошлом. Ты должен раскрыть свое сердце. Ты должен увидеть, что окружен любовью. Ты сеешь страдания и боль, но они не помогут нам. Это лишь подпитывает твой грех. Он будет расти. Он будет заставлять тебя творить зло. Те, кого ты ранишь, исцелятся. На них ляжет печать твоего греха. И они передадут его другим. Я видел твою смерть. Ты обречен. Грех приведет тебя к гибели. Он вернется в новом обличье. Это вопрос времени. Ты умрешь молодым или стариком. Все зависит от того, раскроешь ли ты свое сердце для любви. Надеюсь, ты услышишь мои слова. Я хочу, чтобы ты дожил до седины в раю, как мы и планировали. Я люблю тебя, брат. Люблю. Очень странное сообщение такое, знаете. Скорее всего, верующие бы поверили. Так, Иосиф Уатуана. Дорогой брат Иосиф, я обещал тебе, что сделаю это. И вот, False End принадлежит нам. Я обрушил три столпа, на которых держалось местное общество. Мэри Мэй, пастор Джером и Ник Райт.
Я обвинил лидеров во грехе и заронил семя сомнения в сердцах простых жителей и заставил их сомневаться в том, что они верили с детства, чтобы они не знали, на чьей стороне сражаться. Пролилась кровь, но если бы не моя новая паства, все было бы еще хуже. Спасенные пополнили наши ряды. Те, кто пытались оказать нам сопротивление, мертвы. Что касается сбежавших грешников, я их поймаю. Это мое второе обещание. Твой брат Иоанн. Идешь нахуй, Иоанн. Так, это немножечко погружает нас в мир, в лор, в утопию, в веру, в безумие этого мира. И давайте просто возьмем самолетик, да, и потихонечку свалим отсюда. Так, смотрите, там что-то есть. И это что-то ждет нас. Долгое взаимодействие. Ну да, мы же прокачали в прошлой серии взлом, поэтому вот, собственно. Серебряные слитки можно найти на каждом аванпосте в некоторых других точках округа Хоуп. Используйте серебряные слитки для покупки премиум оружия, транспорта, одежды и шкур в любом магазине мира. Также серебряные слитки можно купить в магазине в меню паузу. В меню паузу. Что это? Что это? Это пулемет. Пулемет у меня тоже есть. Когда я уже все купил, все аптечки и так далее, они вдруг такие: о, смотри, давай мы тебя с ног до головы завалим аптечками и прочей херней. Так, заебитесь. А, заберитесь, лады. Стрельба из пулемета. Так. Так, давайте не будем разгоняться. Так, ускорение. Можно призвать. Ура, помощник! Я узнал, что какой-то проныра удрал на моем самолете. Тебе надо скрыться, так что лети на север. Эй. Давай. Верни мою птичку, иначе нам не выкарабкаться из этого дерьма. Только проведем пару тестов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Давай попробуем. Верни налево к полям и пролети над самой рекой. Так, аккуратненько, давайте не заруфим эту миссию, потому вот что так, я... Получилось. Держи ровно. Прошлый раз, когда проходил, это было чертовски... Теперь ложись на левое крыло. Тупо. Вообще у меня всегда проблемы с летательными аппаратами в играх. Ниже? Окей, я очень постараюсь. Ниже, но не слишком низко. Почему ни в чем не бывало? Они в жопе. Их лица мертвы, они бледные. Они испустили дух. Так они что там так не на что смотреть. Тебе домой, забирают, что хотят. Со мной было так же. Знаешь, зря я переживал за самолет. Он ведь еще никого из нас раев не подводил. Не знаю, что бы мы делали без самолета. Пачили бы, наверное, все бы. Если бы не было самолета. Когда увидишь, что река раздваивается, сверни направо. Хорошо. Не каждый сможет защитить свой дом. Если честно, насчет себя я не уверен. Не знаю, есть ли у тебя страхи, но я не хочу оставить своего ребенка без отца. А ведь он еще даже не родился.
Да, это очень не круто, когда батя погиб. Если я сбегу и потеряю дом, но спасу свою семью, пусть будет так. Правильно. Дом — это твоя семья. Да, ты прав. Дом там, где тебя любят. Да, я же нос запшикал, чтобы мне не шмыгать им. Я в бешенстве, что должен бросить землю, на которой трудились мои предки. Каждый дюйм дался им потом и кровью, а я возьму и подарю это какому-то придурку с гулькой на башке и его родичам! Чёрта с два! Раи так просто не сдаются! Зададим им жару, дружище! Давайте попробуем. Давайте. Ты уже над полем! Вали по всем святошам, которых увидишь! Увидишь бензовозы с блажью! Взрывай их нахрен! Давай попробуем. Готово. Подручные Иосифа отравляют нашу воду. Проверь резервуары, всякие такие местечки, и прогони их оттуда. Хорошо. Да ты у нас теперь прямо ас! Почти как Клатч Никсон! О да, крутой был мужик! Клатч Никсон — это же гонщик, по-моему, да, у них здесь был? Сектанты направляются к северу от аэродрома! Избавься от них, пока они на земле! Какая банда, где она? Вижу. Опасно, опасно. Когда горизонт неровный, я начинаю нервничать. Чё? Аккуратно. Да, мы летим. Опа. Говорят, садиться сложнее всего, но я сейчас всё объясню. Давай. Следи, чтобы полоса была прямо перед тобой, пока ты снижаешься. Хорошо, я понял тебя. Да, вполне неплохо приземлился, даже почти не разломался. А ту я бы тут устроил бы полеты на низком переигрыше миссии, переигрывание. Все, мы выполнили миссию, мы освободили ранчо попутно, это замечательно. Тут труп вертолета, да? И вернули чуваку его вертолет. А, господи, вертолет, самолет. Все хорошо. Смотрим кат-сцену. Боже мой! Боже мой, охренеть! Твою мать, получилось! Получилось, спасибо! А ты-то думал, чем мы тут? Ким! Наш самолет! Да, я знаю! Так, теперь развернем его. Давай, хватайся! На, хватаюсь. Так, давай развернем. Знаешь, первый раз. Что там загрузилось? Мне хоть немного повезло. Сраные дымчики. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже 3 поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Боже, это женщина. Так вот, мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы.
Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот ведь уроды, что ж им не имется? Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что? Да, я полностью согласен с твоей тактикой. Это тактика победы. Ким, не выходи, пока я не вернусь! Мне нельзя в руки давать самолет. Я и так его с огромным напряжением до сюда довез. Время зарубы, друзья. Понеслась пьяночка по закуточкам. Тебе неплохо разогрело пушки, но я раскалю их до бела. Давай. Ким дома. Позаботься о ней, подруга. Изи, вообще изи. Сюда, сюда. Мне нужна помощь! Черт! А он хорош! Давай, ублюдок! Так не могу нигде выйти. С кем вы тут перестрелку устроили, придурки? Только меня аккуратно, не сними по пути. Бди внимательно, я же. Обстрел заказывали. Давай, давай, херач, херач безжалостно. Сава. Чё, мразь? Братиш, ты снайпером обещал снять? Нужно Грейс призвать. Пусть помогает. Почему? Почему я? Почему я один? Сейчас буду. Давай. Меньше. Спасибо большое. Неудачное место. Сменю позицию. Кто еще? Где еще? Кто? Откуда? Аккуратно сбрасывай. Не подходи близко!
Да я понял уже, сбрасывай давай быстрее. Мы, по-моему, уже убили все. Ладно, думаю, все кончено. Я сажусь. Давай. Подсобишь нам с сумками? Ну, я успел чуть-чуть народ обыскать. Ну же, Ким, погнали. Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают землю, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким. Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж, похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Буч из Санденс. Ник, они оба погибли. Прошу, позаботься о нем. Сделай все, что в моих силах. Мы выполнили очередную миссию, и это было восхитительно, на мой взгляд. Помощник, понимаю, до победы еще далеко, но все твои старания уже дают плоды. Каждый день к сопротивлению присоединяется столько людей, что я уже сбился со счета. Верь, скоро мы освободим Хадсон и остановим Иоанна Сида. Верю? Как тут не поверить-то? Хорошо, так и сделаю. О, записка. Ник, просьба Иоанна Сида. Коллапс, о котором я говорил, уже начался. Я понимаю, ты хочешь защищать свою семью, для этого вы должны стать частью нашей семьи. В наших бункерах есть все необходимое для Ким и вашего ребенка. Мы уже заботимся о многих детях и будущих матерях. В последний раз прошу тебя, одумайся, скажи «да». Иоанн Сид. Ну, смотрите, он прям даже и письмеца пишет. Так, давайте посмотрим, что у нас будет дальше. В прошлый раз, когда я играл... здесь вот где-то вот прям вот в этом месте запустилась сцена. Кат-сцена, не знаю, как сказать. Короче, сюжет сдвинулся с мертвой точки. Ну вот сейчас он, видимо, такой... не хочу. Кто это, блядь? Что там у вас происходит? Так, ладно, давайте вдоль дороги будем двигаться, и может быть что-нибудь однажды произойдет. Огонь из всех стволов. Нормально, я попал. Я попал. Грейс, пожалуйста, помоги мне, я ранен. Отсюда ни хрена не сделать.
что происходит? Вы обнаглели совсем? А там-то кто? Иду на другое место. Грешница! Грешница, твой рот, понял? Чё это было? Терлись какие-то сектанты. Так, ладно. Самолет. Пастор. Так, что у нас тут еще есть по задачам? Тут так, медведики, ранчо. Нужно какую-нибудь миссию найти. И пробежаться до нее спокойненько. И непринужденненько. Индейка. Так далеко? Ого. Тогда давайте вот это ранчо освободим от гнета иродов. И будет нам счастье. Ее, глюки! Кто тут? Ублюдки. Так, Грейс, давай топи сюда. А ту прошлую серию мне написали, мол, авторские права. Прочая херня, короче. Все, поехали. Нет, ты не расслабляйся ни на секунду. Сейчас мы с тобой поедем аванпост зачищать. И это будет финалом нашего сегодняшнего эпизода. Не буду слишком длинные серии клепать, потому что проще рендировать потом будет их. Ну, то есть быстрее сделал, быстрее срендерил. Вот. И так, так можно и не косячить в играх, и то есть более концентрированные куски получаются. А пока мы неспешно ехаем. Кого в плен не брать? Что везде вокруг что-то происходит? А, корова! Чуть корову не сбил. Нормально. Как профессионал почти что. Тут, надеюсь, у них не водятся крокодилы. А ту мало ли? Они же больно кусаются. А чё он не взорвался? Просто упал как мешок с картошкой на дерьмо. Смешная шутка. Грейс, ты бежишь? Поехали! У нас гости! Воу! Охренел что ли? Блюдок, мазафака. Так, сейчас я тебя вкусно расстреляю из пулемета. Цель нигде не видно. Я тут долго не продержусь. Грейс, заснайпери его, что ли? За что я тебе не плачу? Слышь, можешь хватит купаться там? Грейс, ну ты капец овощ. Почему ты до сих пор около машины тусуешься, мать?
где ты? Вот в него стреляй, Крейс, чё ты? На позицию получше. Получше в него стреляй. Куда-то пошла. Я не могу его убить. Он неубиваемый какой-то. Надо рискнуть. Я под обстрелом. Отлично, все, можно двигаться дальше. Все патроны вселенной потратил на это. Так, Грейс, не отставай, мы вообще-то аванпост хотели зачистить. Дно мутное, ни черта не видно. Опа. Все, погнали. Так, как там между гранатами переключаться? Не помню. Так, очень сложно самолетик нам сегодня выдался. Ничего страшного, бывает. Так, мы уже рядышком. Да, я слишком рано, конечно. Что это было? Люпин. Слишком рано я на тачке въехал в реку. Кто там? Нет места. Чтобы одну травку себе в карман положить, места нету. Тянет на золото. Может быть. Все пригодится. Кто меня видит, алло? Во, вот это классная тема, когда они взрываются. Все, его нет уже. Так, вот эту башню нужно сделать бабах. Неудачное место. Сменю позицию. Давай. Только аккуратно позицию сменяй. Не умри. Сменяя в процессе позицию. Враг убит. Никаких врачей, только смерть. Тогда аккуратнее. Не попадать под обстрел для начала. Да хорош. Где? Позови врача. Я их вытащу. Кровь хлещ. Ха-ха.
Я бегу. Давай, вставай. Спасибо. Все, погнали, только аккуратно. Огнеметчик. Ферма Санрайз освобождено. Ну вот сейчас сюда стянется народ, и у нас будет еще одна замечательная точка, где мы сможем весело проводить свое свободное время от выполнения одинаковых заданий. В штате Хоуп. Так, что это такое? Все, какой-то значок. Помощник! Спасибо, Все грешники должны пройти исповедь. Такова воля отца. Мои люди идут за тобой. Скоро увидимся. Иоанну не терпится добраться до тебя, помощник. Знаю, тебе удалось унести ноги в прошлый раз, но не недооценивай этого ублюдка. До связи. Что ж, это была восхитительная серия, на мой взгляд. Я почти ни разу не умер, потому что меня один раз спасли, так что это не считается. А от вас, дамы и господа, я жду активности. Вы должны что сделать правильно? Превратить красную кнопку в серую кнопку. Сделать серые пальцы синими пальцами. И рассказать друзьям, как на этом канале. Замечательно, чтобы они приходили и смотрели. И комментарии тоже оставляли. А мы с вами увидимся... Когда увидимся на Снорин Кэт Плей. Да, дела у нас наладятся. Новый день хуже предыдущего. Я тут серию заканчиваю. Зачем ты философствуешь посреди моей финальной речи, Господи Боже?